Ну и в жопу. Ну ладно, там Самбрекса потом будет к концу, по-моему, очень много их давать. Так, тут где-то выход есть или... А, нет, это такой выход, а не мышный. Хорошо, идем тогда вперед. Господи, как я обожаю эту лавку. Ой. Блин, если бы только я мог брать лавочки в край, это помогло очень. Здесь такого нет. Нам куда сейчас бежать? Ну, я сейчас бежи. А, кстати, тут какие-то билеты можешь купить. Может, нам нужно было билет просто купить? Хотя нет, я сомневаюсь. Я не думаю. Куда нам бежать? А, вот, нам направление показывается. Вон туда. Тут, наверное, что-то купить можно. Вот тут можно куча... Гамбургер. Тут есть гамбургеры нормальные и херо. Я на всякий случай... Я все это возьму. Только не бери тухлый, да. Кринди. Кучу денег я взял. Тут можно еще одежду взять. Пойдем. Так, бейсбольный, здесь есть кеды какие-нибудь? Рука. Есть рука. Нет, здесь нету. Одна херня какая-то, пойдем. Не. А, откуда точно. Не. Мы могли просто забежать сюда, когда мы дрались, забрать бы кредит. Ой. Чё? Чё? А, всё нормально. Я думаю. Да, я тоже думаю. Чё? Всё хорошо? Мне говорят, что это время пить, как настоящую русскую зиму. И намекает на водку. В общем, наша цель найти Самбрекс, но мы тупо не успеваем найти... Хотя стой, если можешь, мы очень поднажмём. Давай поднажмём тогда, и останавливаться не будем. Ладно, попробуем код Blue сейчас выполнить, если что, мы другую фигню тоже успеем выполнить. Ты чё? Нам стрелка не туда показывает. Сколько можно... Ну, это нормально. Стрелка не туда показывает. В общем, беги за мной, потому что я, по идее, должен правильно мешать все делать. Хорошо, я иду. А, вот теперь она правильно показывает. Мы должны... Вообще-то очень мало времени, но, может быть, мы успеем фигню. Если мы не будем останавливаться, то мы можем успеть, по идее. Я иду. Если мы знаем Супермена, если бы нам сейчас дали сраный мотоцикл или еще что-то. Нам нужно... А, если я успею добежать тупо и поговорить с ним, то он должен не просрать миссию. И сказать, где Замбрекс. Давай. Мы его выведем оттуда, все будет хорошо. Он нам даст Замбрекс. Давай. Мы ему дадим пощаду за то, что... О, мы почти успеваем, тут надо зайти вот сюда только. Тут открылась дверь. Я его сфоткал. Говорю, все отлично, чувак, он сдох уже, все, забивай. Дефибриллятор. Сейчас я его сфоткаю, наверное. Чувак! Ну, я сфоткал. Так, что здесь за дерьмо? О, тут есть мусорка. Может быть, мне ему еды принести? У меня есть отравленный гамбургер. Короче, все отлично. Этот чувак даст нам Самбрекс. Мы успели. Но он что-то плачет, слушай, что делать? Кто плачет? Да насрать на него, он тёлка. Мы взяли все, что нужно. Я даже не буду брать поняшку. Мы должны спасти нашу жопу, понимаешь? Спасти нашу жопу. Ой, смотри, без убила. Так. У тебя есть гвозди? Соедини гвозди вместе с этими перчатками, это будет эпик. Так, а теперь нам нужно выполнить Люшиус Уэйди. В общем, бежим к Люшиусу Уэйди ее выполнить. Чё Волтер плачет? Может мне ему дать по голове? Я не думаю, плачь. Это не поможет. Ладно, все, извините, я не хотел этого делать, прошу прощения. У меня есть трубка. Я даже в нее кого-то попал. Я не успел сфотать. А смотри, Гагатун, как я умею делать. Вот смотри, сфотаешь меня? Смотри. Сфотай меня, смотри. Фото. Я нашел пистолет, кстати, тут, ну ладно. Круто. Я пока это убиваю. Еще раз так сделай. Сейчас, погоди, вот, я делаю. Я сфотал тебя, но мне сразу прилетело в лоб. Я не знаю, что мне прилетело в лоб. Я убью этого сраного вандала. Мне не жалко на него патронов. Окей. Бежим отсюда, вообще просто бежим отсюда. А то они все сдохнут, иду. И это... Еще и Люшиус Уэйди у нас там, в общем, просирается. А Люшиус Уэйди, она действительно будет леди, или она будет... Я не знаю, что это будет, честно. Я понятия не имею. Возможно, это будет леди-мужик с
Пинусом и вообще психопат какой-то Люша Свэдди, откуда я знаю? Откуда я, мать их, знаю, что они тут натворят? Мы Свена потеряли, я сейчас я ему спасу, сейчас я спасу его, сейчас. Ты выйдите. Я думаю, что мы сейчас всех потеряем. Так. Свен, пошли. Где чертов? Что это такое? Это... Идем, Свен. Ты сможешь. You will do this, Свен. Ты сделаешь это. You don't know the Ты сделаешь это ради you нашей. Don't know the Russian, but... Ради нашей земли, ради матушки. Let's go, Свен. Ради матушки so, супермаркета, он должен нам помочь. Я, кстати, бегаю с фонариком, как сторож такой. Да главное, дай что-то этому Свену пожрать, чтобы он не помер. То есть он помрет, это будет тоже неприятно. Инцидентик такой. Ой, я нашел магазин с едой. Как это, он отказывается. Мы не принимаем отказов. Но он просто не принимает. In Soviet Russia. Куча зомби бегут. Отказ. Я поел эту херню, господи, блядь. Всё, а, я нет, иду. Тут, короче, я держу хот-дог в своих руках. Этот парень, знаешь, из-за чего ревет? Из-за того, что он тупо... Я дал премию того, что лучше комедиант не он, и он теперь как тряпка ревет. И, в общем, зол на жизнь. Ой, все, господи, что такое говно? Скотина. Я тоже не знаю. Мне тоже никогда не давали. Ты должен Свен, как он должен думать о своем здоровье, понимаешь, Свен? Твою мать. Свен, садись ко мне. Свен, садись. Свен. Вот, видишь, что он выпил у меня. А крендельки у меня я тебе не дам. И даже ничего не... Точнее, лук. Лук я тебе, козлина, не дам. Ты думаешь, что я дам тебе лук, а вот не дам. Подходи сюда, подходи Свен, сюда, покушай. Подходи сюда. Иду. Все, мы вроде вместе все. О, да. Отлично. Теперь мы должны Люша Слэйди найти. И найдем все... Люша Слэйди. И все будет отлично. И будет Зомбрек с нам. Не ладно, плачь, стой, скотина, Свен, держи, Свен Волтер, держи луковицу. О, да. Боже, мы не должны потерять чертового Свена. Я его накормил, все нормально. Его накушал. Все накушанные. Вот зато у Уолтера что-то... Нет, Уолтер как-то... Уолтеру я дал лук, он должен был обожраться луком. По самой не хочу. Я когда ем луковицы, сразу такое чувство, ну нахера я это сделал. Так, Люша Слэйди, иди сюда. Леди, Люша Слэйди. Я готов мусорку для тебя тебе в лицо кинуть, Люша. Ой, она блюет. Так, я взял экскалибур. Это баба блюет тут. Вот дерьмо, она... Блюет? Да, она Люша Слэйди, она действительно Люшес, но она блюет, как мы когда пожрали парочку господи. Гамбургеров. Господи, боже ты мой, да хватит пить, скотина ты, я что тебе говорил, ты! Ты не умею, блин! Блин, нет! О боже, мне придется ее таскать на себе. Лол. Ну пойдем, я тебе тогда прикрою. Конечно, или да. У меня нет места, чтобы брать пистолет, и я таскаю на себе эту шлюшку. Все отлично. Окей, ладно, все иди. Бежим. Я прикрываю тебя с пистолетом. Just fucking run, и надеюсь, они не сдохнут. Ну, кстати, есть экскалибур. А, нет, тут нет уже экскалибура. Все, я его забрал. Я забрал экскалибур. Все Let's тут, go. Все на месте. Let's я надеюсь, никто go. Не останется go. Позади тише, нас. Тише, то тише, это тише. Будет unfortunate. We will... Ну, одного мы кого-то оставили, но, слава богу, мы успели спасти Свена. Поэтому все будет хорошо. Нам дадут зомбрекс, мы выживем. Сейчас, если что, я прикрываю. А, вау. Я прикрываю. Calm down. Давай. Ладно, в общем, это... Идем. Сейчас мы бежим. Все эти бегут. Mm-hmm. В общем, очередные да, уровни у нас в кармане. Мы прямо супер-пупер боссы этой игры, я считаю. И надо его перепройти теперь еще раз ради этого, тупо, чтобы... Нет! А может быть, да. Чтобы показать, какие у нас спинусы теперь большие. So long. И просто походить с этим... в режиме песочницы потом и всех поубивать. Ну, конечно, мы для начала должны пройти тупо игру. Вот. Или машину открыть. Самое главное. Окей, мы 2 миллиона заработать. Можно Артмани использовать и заработать 2 миллиона и купить ключи для машины. А и взломать вебмани, Артмани, помнишь? Кстати, вот тут у них показывается, типа, сколько им лет. Только одному показалось, у двух показалось. Новые скиллы. Привет, кстати, бро. О, привет, туалет. А у нас есть Зомбрекс? А, у нас туалет. Есть один Зомбрекс. Окей, короче. А какого применить?
Как, на какую кнопку? А он автоматически применится, когда... А, я его должен буду вколоть, когда нужно будет, типа, таймер, он такой, что... Ну, чувак, таймер. Я такой, упс, и колю себе Сомбрекс. И все будет отлично. А, ну, теперь у нас есть Сомбрекс. И мы прямо боссы. Ну что, давай закончим, закончим этот день. И, наверное, закончим на сегодня. Сейчас, я просто это, сохранюсь. Шевина, please wait. Шевина, please wait. Waiting for player. Нас почти, у меня почти 13 лива. Мы почти сразу 3 уровня получили. Но мы с тобой стремительно и быстро проходим эти уровни, я заметил. Эй, давай, детка. Я готов с тобой поговорить. Этот парень, он часть твоей команды. И я видел, как он брал деньги от Тикея. Этот парень, он был новым в Кьюре. Он бы не сделал этого. Но этот сраный Тикей мог. Ты даже должен поверить мне. Я верю тебе, потому что у тебя прекрасные рыжие локоны и твои глаза. Я в них просто тону. Несмотря на то, что я сраный динозавр. Ну ладно. Время посмотреть на телевизор. Еще раз. Опять кого-то укусит. Господи, я не могу назвать. У нас трампнейл прямо тут, прямо здесь, мне кажется. Это Роша. Фрэнк. Фрэнк. Что? Когда ты снимешь её уж? Просто... Я знаю, что это для тебя хорошая возможность. Но тут гораздо больше на кону. Ты говоришь, это уже второй раз, я помню. Стейк. Стейк? It's all about steak.